Привет! Ты работаешь на буксах, но до сих пор твой доход менее 3000 рублей в день? Тогда это видео для тебя. Смотри его до конца, и ты узнаешь всю стратегию. Хватит тратить время на серфинг, пора начать зарабатывать деньги. Сегодня я покажу фишки, которые позволят вам максимально быстро выполнять один из видов заданий на буксах. Задание на Instagram. Итак, поехали. Первое, что для этого нужно, найти вторую симку. Это будет рабочий номер телефона, на который вы со временем зарегистрируете вторые странички во всех соцсетях, для того, чтобы не захламлять основные аккаунты личными подписками и репостами. Далее, заходим на сайт instagram.com и регистрируем там свою вторую страничку. Заполняем аккаунт контентом, ставим аватар, делаем его похожим на живой, так как это требование часто встречается в заданиях. Для удобства и скорости все ваши вторые странички открывайте именно в том браузере, в котором работаете, чтобы вам автоматически переходить на них при выполнении заданий. Теперь мы готовы к работе. Практически все задания на Instagram заключаются в том, чтобы подписаться, лайкнуть или прокомментировать. А в отчете с нас требуется прислать либо имя нашего аккаунта, либо ссылку на него. Поэтому, чтобы каждый раз не копировать и вставлять то одно, то другое, делаем универсальную заготовку отчета. Она выглядит следующим образом. В текстовую программу, например, в блокнот, мы копируем имя и ссылку нашего аккаунта и сохраняем этот файл на рабочем столе. И каждый раз перед тем, как приступить к выполнению заданий на Instagram, мы открываем этот файл и копируем текст горящими клавишами Ctrl-C. Далее, выполняя задание, мы просто вставляем его в отчет горящими клавишами Ctrl-V. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Показывать я буду на примере букса SEO Sprint, но этот способ работает на всех буксах. Заходим в выполнение заданий. Поиск по URL-адресу сайта и пишем тут Instagram. Ищем. У нас всплывает список заданий на Instagram. И давайте попробуем сделать парочку, чтобы показать. Ну вот, например, подписаться на Instagram. Нажимаем. Ваша задача заключается в том, чтобы подписаться на Instagram, не отписываться, подаем отчет. В отчете нужно указать свой логин в Instagram или, другими словами, свое имя, которое у нас уже есть. Копируем еще разочек наш отчет, Ctrl-C. Начинаем пополнять. Подписываемся. Вставляем наш отчет Ctrl-V. Отправляем. Все, задание готово. Обновляем, идем дальше. Вот еще одно такое же подписка в Instagram. Тоже 25 копеек. Нажимаем. Подпишись на аккаунт. Поставь пару-тройку лайков. Опять укажи ссылку на свой аккаунт. Нажимаем выполнение. Подписываемся. Ставим пару-тройку лайков. Ну, какие красивые фотки. Все, готово. Ctrl-V, наш отчет. Готово. Видите, я каждый раз, переходя в Instagram, не копирую либо имя, либо ссылку. Все это уже есть в нашем буфере. И каждый раз клавишами Ctrl-V вставляем готовый отчет. Используя этот способ, вы можете делать подобные задания штук по 100-200 в день, особо не заморачиваясь, потому что они простые и быстрые. А теперь давайте перейдем к цифрам и посчитаем, сколько мы можем на этом зарабатывать. Я сделал эти два задания примерно за одну минуту. Их стоимость была по 25 копеек, и, соответственно, за одну минуту я заработал 50 копеек. Итого получается 30 рублей в час. Но вначале я обещал показать стратегию, как зарабатывать от 3000 рублей в день. В интернете много различных видео с названием, например, «Как заработать 500 рублей за 2 часа в день на заданиях, без вложений».
где автор 4 минуты делает задание стоимостью в 40 копеек. Но мы же умеем считать. За час он делает, соответственно, 15 заданий. Умножаем на 40 копеек, получается 6 рублей. Итого 12 рублей за 2 часа. То есть я посмотрел его видео длительностью почти 16 минут, потерял 2 часа на его способ. И что в итоге? Я потратил время, пока за мой счет он раскручивает канал. Нет, ребята, это обман. Скажу все по-честному. Настоящий заработок тут начинается только с построения команды. Команды — это ваши рефералы, люди, которых вы должны не только приглашать, но и учить. После того, как вы научитесь зарабатывать даже 30 рублей в час, вам нужно передать это знание своей команде. Поэтому, чтобы зарабатывать от 3000 рублей в день, нам нужна команда минимум в 1000 активных человек. Считаем. Человек зарабатывает примерно 30 рублей в день. SalesPrint за это вам платит 10% от его дохода. Получается 3 рубля. И с учетом того, что у вас в команде 1000 активных человек, ваш пассивный доход будет составлять 3000 рублей в день. Первая мысль, которая заходит в голову, конечно же, то, что это невозможно собрать такое количество рефералов. Но я хочу вам доказать обратное и показать вам, например, моего реферера. Моя стена, ваш реферер, Валерий. Копирую его ID. Вставляю в поиски. Пожалуйста, более 8000 рефералов. Это реально? Человек действительно работает, человек старается. Он уже давно на проекте, с 2013 года, и человек уже действительно хорошо зарабатывает, поэтому это возможно. На проекте я встречал людей еще более продвинутых, с большей командой, и вопрос, чем мы хуже них? Ответ – ничем. Вопрос в другом – чем мы отличаемся? Отличаемся мы тем, что мы меньше них знаем, а еще мы меньше сделали. Давайте подведем итог. Первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться на буксах. Ссылки для регистрации я дам в описании к видео. Второе, вам нужно самим работать и, что самое главное, много учиться. И третье, нужно собирать команду и делиться с ними знаниями, потому что их успех – это ваш успех. Кому было полезно это видео, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, в которых я расскажу, как больше зарабатывать в интернете, и как собрать огромную дружную команду. А также проходите по ссылкам в описании к видео и регистрируйтесь. Моим рефералам я всегда лично помогаю во всех вопросах. А вам я желаю хорошего настроения и новых побед!